Ух ты, и снова я, Александр Кривола, печенеги. Ребята, мне все с 1 сентября 2019 года я снимал бардак на печенежском стадионе. Мне все спрашивают, все мои друзья спрашивают, навели порядок. Я пока отвечаю, не знаю. Давайте посмотрим, навели порядок на стадионе или нет. Поехали. Сейчас мы проедем на велосипеде кругом стадиона. Едем. В путь, ребята. Заезжаем с центрального входа на стадион и поворачиваем налево. Здесь трава скошена, все хорошо. Стадиончик чистый. Здесь деревья стоят пока. Хорошо. Здесь покошено, но хорошо не выглядит. Не убрали мусор. Лавочки. Лавочки в плачевном состоянии. Здесь нет лавочек. Но это же районный стадион, ребят. С левой стороны деревья лет 5, наверное, или 3-4, 5 лет назад поваляли, но до ума не довели. Бревна лежат. Когда убирать будут, неизвестно. Едем дальше. И что интересно, говорили, деревья спилим. Ну, посадим новые. Ни одно дерево на стадионе не посажено. Здесь пролет. Пролета нет. 3 пролета ушло. Сюда заезжают машинами. Но это не порядок. Надо наводить порядок. Едем дальше. Маленькое поле футбольное. Здесь скошено и спалили. Здесь трава не кошена. Стоит бурьян. Едем дальше кругом стадиона. На стадионе порядок, ребятка. Уже сердце радуется, что порядок. Я вижу, траву скосили, но не убрали. Здесь сожгли траву. Едем. Здесь дорожка, люди ходят по косовой дорожке. Угол на печенежском поле возле елочек. Возле елочек. Трава не скошена. Будяк стоит по коле, по пояс. Ну это же бардак. Ну, ребята, ну почему еще не навели порядок? Надо же ж. Прошло как-никак 20 дней. И до сих пор не скошено. Там стоит маленькая школа. Необозначенная зона. Ладно, пойдем туда тоже мы. Посмотрим. Сейчас мы стадион объедем, а потом туда пойдем, да? Так, едем. Ай. Солнышко, выгляди в окошко, там твои детки. Смотри, какой бурян, а? Будяк. Настоящий будяк. Как же деткам здесь играть, заниматься физкультурой? Вот еще мини-поле, это, наверное, хоккейное поле. Здесь заливается. Трава скошена, но не убрана. Даже и в кучу не сгребли. Так, как покосили, так и есть. Едем дальше. Едем дальше. Здесь покушено. Здесь
Ну, под трибунами, как всегда. Что? Беспорядок. Ой-ой-ой. Нужен хозяин. На стадионе нужен хозяин. Чтобы хоть под трибунами убирали. Но я не буду идти. Здесь вот мусор с краю, и там под той стороной мусор. Подъедем. Здесь детки занимаются физкультурой. Здесь вроде убрали. Вроде бы убрали, да? Едем дальше. Здесь вытоптали траву, покошено. Самое главное, ребятка, что здесь была дыра, на трибунах зашили. Это плюс. Большой-большой плюс нашим властям. Маленькое футбольное поле. Чистота. Вроде чисто. Здрасте. Детская площадка. На стадионе есть детская площадка. На детской площадке порядок. Порядок. Ребята, уже хорошо, что порядок на детской площадке. Здесь тоже деревья поваляли, но новых не насадили. Да. Здесь траву скосили, но так и не убрали. Так, едем в сторону школы. Детская площадка. Порядок нет детской площадки. Это уже хорошо. Собачка отдыхает на детской площадке. Охрана, наверное. Едем, едем, едем. Дальше. Сейчас мы проедем возле трибун. Возле трибуны с этой стороны. Заеду или не заеду? Заеду. Я потихоньку на велосипеде. Здесь хорошо. Молодцы. Так, шановні діти, вболівальники, прохання не кидати сміття під трибуни. На стадіоні знаходиться 4 контейнери для сміття. Контейнери то є, но почему-то мусор контейнери не бросают. Смотрите, порядок, да? Уже хорошо. На скамейках чистота и порядок. Под скамейками тоже. Я туда не буду смотреть. Не надо, ребят. Так, 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 так. Так, проехали сюда. Так, теперь нам надо проехать сюда. Смотрите, выгребли, ну это дети убирали. Это убирали дети на уроках, наверное. На уроке труда или как там, скорее всего. Здесь беспорядок. Здесь трава скошена, но не убрана. Деревья лежат. Ну их же можно попилить и в школьной кочегарки сжечь. Это была бы экономия. Но почему этого не делают, не знаю. Едем, едем, едем. Три бака. Там было написано, что в баке складываете мусор. Да, баки полные. Когда вывозят, неизвестно. Баки полные. Там школа. Буквально 50 метров от стадиона школа находится. Школа красивая. Новая. Ну, здесь навели порядок. Ребята, сейчас поедем еще одно место. Чуть-чуть проедем. Потерпите уж, если хотите. Когда будет это убрано? Интересно.
Все задают вопрос. Убрали на стадионе? Нет. Вот вам и посмотрим мы, убрали или нет. Вот мы и посмотрели, что на стадионе убрано, но не полностью. Четвертая часть стадиона не убрана. Ну да. Смотри. А здесь как дети занимаются физкультурой, а? Это ж детки здесь занимаются физкультурой. Здесь порядок. Ёшкин кот. Давайте пройдемся чуть пешочком. Да. Да, ребят. Ну, это же дело все для физкультуры. А здесь, ну как, здесь дети будут бегать препятствия. Ребята, смотри. Смотри. Высота где-то 2 метра. У меня 1,76 м. Выше моей головы на 30 сантиметров. Смотри. Это угол стадиона. От маленькой школы. Стадион. Там школа. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята. Вот я и отчитался, навели порядок на стадионе или нет. Посмотрим.